На улице и в помещениях луговые мотыльки заполонили Шымкент. Они активны и днем, и ночью, но именно в темное время суток особенно мешают людям. Залетают в дома, пугают детей. Мотыльки или мошкара, или мошки очень много. Вечером, вот когда идешь, где много деревьев, вообще там в квартире много. С чем связано, непонятно. Местные фермеры говорят, их урожай бабочки не тронули, но это пока. Эти луговые мотыльки – вредоносные, многоядные насекомые. Они поедают больше 100 растений, в том числе кормовые, бахчевые и овощи. При этом ученые считают, что появляются они вспышками с периодичностью раз в 10 лет. На западе и востоке Казахстана эти насекомые подъели подсолнух. Фермеры потеряли большую часть урожая. Вспышка, если она появилась, например, в Шымкенте, она будет где-то года 2-3, в среднем по прогнозу по литературным данным. Чтобы этого не допустить большого существенного вреда, нужно, конечно же, непременно проводить обработки, регулярно мониторинг, потому что он очень вредоносный вредитель. Бабочки при теплой погоде перелетают с места на место. За раз одна самка может отложить до 70 яиц, которые превращаются в гусеницы, затем в летающих вредителей. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».